И о духовном. Роман-миф Еремея Айпина увидел свет. С ним уже познакомились читатели на специальном электронном ресурсе «Горький медиа». Автор получил 18 тысяч откликов. Теперь и мы с вами можем прочитать роман «В поисках первой земли». Это история Югры в переломный постсоветский период. Хантыйский прозаик размышляет над тем, какую Россию строят сегодня и в чем национальная идея. Наряду с реальной в книге есть мифологическая линия. С легенды начинается каждая глава. Мифы Ханты для романа иллюстрировал давний творческий союзник прозаика Геннадий Райшев. В какой-то степени исторический роман, потому что посвящен 90-м годам, когда случился крах перестройки, крушение Советского Союза, и люди, многие наши жители потеряли почву под ногами. А нужна очень твердая духовная, нравственная, экономическая опора. И вот он ищет эту опору, ну, прежде всего, в крепость в вере, в духовной сфере.